О, наконец-то мы дома. Только не забывай, что у тебя еще дела. Конечно, у нас всегда полно дел. Корни тут все оплели. Ну вот, еще одна истерика. Что ты на самом деле от меня хочешь? Думаю, изба тебе и так подчинялась бы. Изба, маски, идолы. Это все просто ступени на пути к великой цели. А ты? Ты должна пройти этот путь. А может я просто разобью маску на части? О, до чего дошло. А я-то думала, ты без нее жить не можешь. Ты разве не чувствуешь, принцесса? Что-то не так. Я не хочу, чтобы ты страдала. А как же? Тебе только этого и хочется. Ты не готова. Ага, надеюсь, на сей раз эта дрянь сработает как нужно. Идите по следу из крошек, зимнее солнцестояние. Дни владычества корней над этой землей подходят к концу. Осталось разобраться только с одной проблемой. Жаль, все подметаешь тут. Как было грязно, так и остается грязно. Так, здесь у нас ничего. Смотрим. Так, значит, осень мы, в принципе, закончили. Читаем здесь, что у нас новое было или нет. Тайгу злобу маска Ягивна оказалась расколота. Возможно, это уже прочитали. Ладно, дальше. Черный хвост. Так, питал Ягу. Прошлое ожидало сюда. Было. Идол стоял там же, где и всегда. Примет ли изба осеннюю маску, было не так важно. Главное было поместить ее на идола, иначе до Зоры было не добраться. Так, в принципе, все остальное прочитали. Зима. Говорят, что надежда умирает последней. В данном случае надежда отыскать Зору сумела пережить Драгоя, Славицу и Волку. Яга становилась все могущественнее, а ее странствие подходило к концу. Начиналась финальная глава приключения Яги. И в этой главе дрожащий читатель сыграет решающую роль один очень мудрый помощник. И в этой главе дрожащий читатель... А, ну это как обращение, то есть... Сыграет решающую роль один очень мудрый помощник. Какой мудрый помощник? Не знаю. Черный хвост. Зимнее солнцестояние. Все пропавшие дети погибли. Баба безжалостно расправилась с теми, кто обижал Ягу. Нашей героине оставалось лишь надеяться на то, что с Зорой все в порядке. И даже эта надежда стремительно таяла. Пришло время в последний раз отправиться по следу из рассыпанных крошек. Ну, собственно, я знаю куда. Да, туда. А как же иначе? Привет, дружище. Куда ты идешь одна, одинешенька? По тропе? Постой, что ты сейчас? Я хочу повидать бабушку, угостить ее пирожками. Она далеко живет? Я рада, что вам двоим весело, но это вон за той мельницей. Но вообще-то у нас есть дела поважнее. А, извини. Кто-то что-то сказал? Пожалуй. Может, нам? Скорее всего, да, пора. Неужто ты наконец-то со мной заговоришь? Может быть, а может нет. Тут многое зависит от тебя. Но время года на твоей стороне. Сейчас зимнее солнцестояние, так что, согласно древнему обычаю, звери вроде как обязаны говорить с людьми. Слушай, я вот-вот наконец выясню, что же случилось с моей сестрой, и... Но сперва тебе нужно было разобраться в прошлом твоих пропавших друзей. Ну, похоже на то.
Этого недостаточно. Ты несешь ответственность за каждую подобранную душу и должна даровать им покой. Вот что значит оставить прошлое позади. Единственный путь к истине пролегает через темницу душ, место, где вершится суд. Не волнуйся, я за тобой пригляжу. Поначалу, остаток пути ты должна будешь преодолеть сама. Что бы ни ждало тебя там. Было время, когда от одной мысли о таком у меня подкосились бы колени. Раз нам выпал шанс пообщаться наедине, позволь мне просветить тебя в некоторых вопросах. Так, земля. Корни. Корни, что несут с собой скверну, было. Изба почти покорилась Яге. Скоро корни начнут отступать. Осталось лишь сделать несколько последних шагов. Так, и что по журналу? Так, пришло время. С чувством умеренного воодушевления я решил, что Яга достойна моего совета. Мы немного поболтали. Так, моего совета. Только сейчас я понимаю, что все вот эти записи нам дают этот черный хвост. Вот, короче. С чувством умеренного воодушевления я решил, что Яга достойна моего совета. Мы немного поболтали, и я поделился с ней кое-какими истинными словами мудрости, вполне очевидными, но оттого не менее ценными. Пришла пора многоопытному проводнику, такому как мне, указать своей послушнице путь к ее судьбе. Некоторые вещи так и оставались невысказаны, и то был последний шанс их произнести. Я бы не осмелился признать, что меня волновало благополучие Яги или тому подобные смертные глупости, но сыграть столь существенную роль в ее небольшом приключении? Что ж, это по крайней мере было забавно. Так, а где мы читали? Там кто-то должен... А, и вот... И в этой главе дрожащий читатель сыграет решающую роль один очень мудрый помощник. То есть как раз таки черный хвост. Хорошо, пойдем, голубоглазый. Чё так медленно? Может поторопить? Ладно, я сам. Я сама. Сама. Гордана, сколько лет прошло с ее смерти? Без понятия. Так, нам надо вот туда. Пятнадцать, шестнадцать. Не так много. А сколько всего изменилось? Так, если мы будем туда-сюда перепрыгивать, он будет постоянно говорить. Если в другую прыгнем. Слишком далеко. Походу ничего он говорить нового не будет. Сейчас что-нибудь скажет. Но не люди. Вот они почти не меняются. Они считали Гордану злодейкой из леса, такой же, как ее предшественница. Бегать могу. Баба. Для них во всем была виновата Баба. Баба Гордана. Согласись, красиво звучит. Как и ведьмина око в деревне. Так, почему она стала медленно идти? О, ускорилась. Может, потому что снег? Как ты здесь очутился? Так, обязательно сохраниться. А раньше такого не было. Интересно, куда он дойдет? Будет ли он прыгать по этим платформам? А, все, сел. Не сиди на холодном-то. Он может наверх сесть. Так, прыгаем. Раньше мы сюда попасть не могли.
Я думаю, магия как-то появится. Почему я только сейчас заметил эти развалины? И тропа идет прямо к ним. Как и ты. Так, ну туда падать, естественно, нежелательно. С той стороны появится у нас. Да, такой же. Ладно, идем в замок. Могли бы, кстати, здесь какой-нибудь сделать такой телепорт. Там спуститься, там что-нибудь подобрать. Хотя бы зубик. А, ты уже здесь. Черный кот. Да, я здесь. Подойди ближе. У меня есть чем тебя порадовать. Встретись с черным котом у ворот. Так, локация вроде как не маленькая. Пока подойдем, потому что может какой-то навык нам даст. Это не он, да? А, он прямо у ворот. Это может быть даст что-то, нет. Если мы маску приложим. Так, ладно, мы сначала тогда изучим, что здесь есть. Ну, грибов здесь точно не будет, поэтому максимум, что мы... Хорош смеяться. Максимум мы просто сейчас что-нибудь подберем. Сундук какой-то. Зубы. Так, походу. Это все с той стороны, да? Наверх можно забраться. Что-то огненное будет. Ау, здрасте. Так, а вас можно как-то сломать вообще, нет? У вас здоровья, по-моему, нету. А, или управляет вот эти, что ли? Да вроде нет. У них здоровья нет. Ну ладно, с этой понятно, с этим непонятно. У них, наверное, щит. А, это просто они управлялись ею. Хорошо, запомню. Значит, их бить смысла нет. Все грибы? Это все грибы. Это все грибы. Вся игра это все грибы. Ладно, залезем сюда. А, нам дальше-то не попасть. А, сюда. Пока непонятно зачем. Так, это переход туда. Печально, что мы его так не убьем, потому что у него второй хп. Надо все раскалывать. Мало ли. Так уж точно ничего не пропустим. Там куда-то вниз можно спрыгнуть. Других путей нет. А так мы разобьемся. А, понятно. Ладно, по одному. Сколько им нужно? Три хватит? Три хватает. А два хватит? И два хватает. Два тоже хватает.
Хоть страница. Нет, зубы. Так, там мечи, там такое ощущение, что там это... У муравьихи такие же были мечи сзади. Короче, какой-то трон там. Не знаю, сможем ли туда попасть или нет. Запечатывайте их липучими стрелами. Улья пугалищ. И ульи. Эти. Хорошо, что на них это действует. Я, по-моему, куда-то не ту... А, нет, все правильно. Его можно не трогать. Справочник. Пугалище. Жуткие порождения злой воли бабы. Плоть и кости погибших существ, скрепленные воедино корнями. Полустертые воспоминания о прошлой жизни наделяют некоторых уголищ способностями, которыми обладают их еще живые сородичи. Хотя этих существ можно разорвать на части, корни со временем вновь соберут их воедино. Пугалища появляются из нечистых наростов, которые можно запечатать с помощью липучих стрел. Так, а откуда-то еще берутся? Может, я не запечатал? Вроде запечатал. Больше отсюда не полезут. О, это далеко не последнее. Будь уверена. По-моему, я сам их сломал. А, они сами потом пропадают. Кто-то здесь такое прятает, прячет, не прячет. Пока непонятно. Все-таки вроде что-то спрятали. Так, чего не хватает? Кристаллов. Кристаллы мы наберем. Кристаллы здесь набрать не проблема. Кто там трещит? А, это мы обошли с другой стороны. Так ведь? Да, это мы обошли с той стороны. А почему это осталось? Мы поднимались куда-то наверх. А, ну потом мы спрыгивали вниз. Хорошо, все правильно. Так, здесь путь куда-то дальше наверх. Это надо взять. Первым громовержец. Да светят мне путь молнии твои. Да будут шаги мои легкие, как полет птиц в твоем небе. Коляда. Обряды зимы, посвященные Велесу. Празднования, призванные умилостивить бога подземья и его аспидов, врагов солнца. Люди разламывают и делят друг с другом ковриги, тем самым благословляя наступающий год и призывая хорошую погоду и богатый урожай. Это время нежданных гостей и столь же нежданных прощаний. Там ничего. Так, ладно, он здесь были, нет? Не были, по-моему. По-моему,
по-моему, были, да. А мы не ходили наверх. Ой, это... А, надо было. Так, ясно. Не ясно, правда, что там будет. Так, вот надо вот этого, да, опять. А, ну можно было там пробраться, можно было здесь пробраться. Пока не понятно зачем. Просто ради вот этого. Либо потом сюда нам скажут идти. Так, ну ладно, эту часть мы осмотрели. Смотри другую сторону. С этой стороны мы и решили. То есть у нас какой-то скелет на олене. С оружием. Пробуем один раз. Так, одного раза не хватает. Еще два раза надо. Как минимум. Сундук. Здесь у нас зубы. Не, ну в принципе за всю игру, может, конечно, и за уровень сложности. Так зубов дается очень много. Какой-то новенький, по-моему. Вроде такого не было. Там что-то огненное. Так, здесь у нас прохода не было, да? Нам не нужны. Так, остается только сюда пойти. Это босс будет. Нет, вовсе не босс. Можно так с ним справляться. Так, сундук. А здесь что было? Что это за место? Пока, видимо, закрытое просто. Пока, видимо, просто закрытое. Дают много кристаллов, значит, что-то будет связанное. Мы сейчас нажмем, сейчас понабегут, наверное. Мы нажмем. Да нет. Никто даже не нападает. Может быть, мы сейчас придем к тому храму. Там, где был колодец. Так, ну вроде мы все обошли. А вот там не были. Здесь мы еще не были. Ну, что ты так бегаешь? Влево-вправо. Так, ну это просто посмотрим, куда нас перенесет, потому что я там что-то сверху не видел такое. Мы сверху-то и не были.
Как много мест. Ладно, сбегаем сначала сюда. Здесь пусто. Здесь не пусто. Так, можно телепортироваться. Так, туда только так. Ладно, главное, не промахнись. Это башня. Там еще одна башня. Что это за место? Места. Грибное святилище. Место, где встречаются начало и конец. Во всяком случае, для некоторых. Так, еще место. Ладно. Здесь как бы все, да? Так, ну хорошо, сходим. А что у нас синий там? Там и где-то с другой стороны. Спустимся вниз. Стоп, я их знаю. Это же... О! Справочник живых существ. Грибы. Древняя раса огромных грибов, первые и весьма многочисленные, так это все было. Существует два грибных царства, великие и проклятые. Жизнь грибов подчиняется циклам, которые людям... Это, по-моему, не было. Да. Жизнь грибов подчиняется циклам, которые людям весьма несложно понять. Грибы погибают каждый год, только для того, чтобы вновь обрести жизнь в своем тайном святилище, охраняемом бессмертным стражем. Их роли, нравы и связи имеют значение лишь до окончания текущего цикла. Какими возвышенными ни были их цели, жизнь грибов начинается и заканчивается одинаково. Такова природа малых существ. Привет. Эй, привет. Что нового? Ой, вы не видели моего ежа? Я не могу своего ежа отыскать. Ох, мне не разрешили его оставить, так что, наверное, его забрали. А может, он сам сбежал? По собственной воле? Точно. Видите? Именно за это я их и люблю, и за это я и люблю животных. Они не спрашивают разрешения, они свободны. Не то, что я. Я вечно делаю, что мне велят. И все сплошь, все сплошь глупые, дурные вещи. Но однажды я им покажу. Они еще пожалеют. Эй, привет, что нового? Так, это корни. Так, ладно, в принципе, хорошо, что нам не дали задание, потому что на самом деле уже не хочется выполнять допустим. Ты что делаешь? Причем он танцует с оленем. За рога его. Это надо замедлить. По-моему, тут... А, можно что-то... За... А, это стрелы забрать. Кто это? А, это вы. Я боялся, что... Ну... Моя мечта — стать рыцарем, мчаться галопом через бескрайние поля, убивать страшных драконов, беречь свою честь, о моем мужестве будут слагать легенды. Мне просто надо подрасти немного и показать им всем, что я не трус, что я не никто.
not a nobody. Так, ну получается, мы сейчас всех встретим грибов, которые соглядатай, наверное, здесь тоже будет. Так, это куда? Это куда-то? Это на выход. Глаза. Можешь забрать. Эй, взгляните на меня. Видите, у меня есть цветок для своей зазнобы. Только не говорите ей, ладно? Я сам ей скажу, когда она придет. Ладно, только почему она никак не приходит? А вдруг она не придет? О, а вдруг ей не понравится цветок? Кошмар, что если ей не понравлюсь я? О нет, я должен найти подарок получше. Я должен постараться для нее. Так, нет, кстати, версия с рыцарем, наверное, не годится, потому что это же все-таки... А нет, этот может быть... Этот может быть и рыцарь. А это уже как поганка. Это уже вряд ли будет рыцарем. Что ты хочешь? Ищет ли... Нет, это все было отказаться. Можешь уходить. Сразу закрывает глаза. Не поможет. Колодец. А, вот здесь колодец не спрыгнуть. Так, ну вот это да, это, конечно, эпично. Что за рыцарь? Это все корни, наверное. С этим поговорили, с тем поговорили. Так, вот здесь осталось что-нибудь найти. Это, наверное, соглядатай. Вы что, обращаете на меня внимание? Вот странно. На меня никто не обращает внимания, разве что бабки. Только бабки меня и понимают, а я понимаю, что они говорят. Я строю для них маленькие домики, представляете? Им вроде нравится. Они рассказывают мне о всяких существах, которые попадаются им в лесу, потому что сам-то я далеко не хожу. Я держусь в стороне от других. Не хочу, чтобы надо мной опять стали измываться. Иногда я просто мечтаю стать невидимым. Так, ну да, получается, здесь все четверо. Это соглядатай. Это я, правда, не понял, кто у нас там был. Мы тех просто и не узнали. Это надо играть за темную сторону, чтобы понять, кто там пытался кому-то понравиться. Наверное, псих. Может быть. Это рыцарь. У него же этот был рыцарь на этом, на плечах. Так, а это кто-то, получается, смутьян. Скорее всего, наверное. Да, у смутьяна же был этот топор. Когда первый раз мы с ним сражались, у него где-то этот топор был, не знаю, где он. На троне или где-то. Ну, короче, да, это типа они маленькие. Здесь они зарождаются, я понимаю, зимой. Так, хорошо, отсюда можно уходить. Главное, что нам квестов не дали, это хорошо, потому что сейчас бы, если еще от каждого 4 квеста получить, как бы все затянулось. Так, куда вышли?
О, привет. Прям перед носом. Янтарные пауки, давно я их не встречал. Дух, а мы всего лишь два нашли. Сейчас третий, а их четыре всего. Нашепчет воспоминания о лесном духе. Может, здесь будет четвертый? Было бы хорошо. Раз и четвертый. Здесь просто рыбка. Так, получается, больше здесь делать-то и нечего. Вроде как показывает, что можно вроде как здесь пройти. Есть большие сомнения. Если я туда упаду, это уже будет с концами. Там, по-моему, ничего нет. Да, там стенка. Так, ладно, значит, получается, здесь больше ничего нету. Ну, а в принципе, больше вот и не надо. Я думал, меня просто перекинуть куда-то поближе к выходу. Так, интересное место. Интересное. Нам осталось куда спуститься. Это, короче, обезопасить свой путь. Здесь мы перепрыгнем. Туда мы шли до конца. Так, это у нас туда. А, ну мы по ней сюда попали. В эту сторону мы не ходили. Прям с черепа забрали. Тоже прыгать нельзя. Тоже чей-то скелет куда-то наверх смотрит. Так, это означает, что я могу туда попасть с той стороны. Отсюда я не перепрыгну в любом случае. Либо это просто снизу можно попасть. А, мы там еще не бегали. Да, оттуда получается сюда, отсюда туда. Но, в принципе, нет, мы там пойдем. Вначале пройдем. Здесь надо освободить путь. С этой стороны мы были. В эту сторону мы пойдем. Так, в этот колодец тоже не спрыгнуть. Смотрим, что у нас здесь. Так, все, сюда мы заходили, там появлялись. Отсюда, получается, мы можем попасть наверх. Так, спрятался. Этот кот ее дожидается, а может, он и не кот вовсе. Гнолология. О корнях. Однажды я остался наедине с собой. Другие гнолы думали, что Чальмергзет достигнут лишь трудом, стали они работать. Достигнут лишь трудом, стали они работать. Где труд, там и изобретение. Возмечтали гнолы о небе. Где изобретение, там и война. Отправились гнолы в бесконечные походы. И лишь я знал, что путь к великому порядку лежит через обуздание великого хаоса. Я слышу, как гудит он, разносится повсюду и шепчет мое имя. Ведь Чальмергзет — это корни. Так, сколько их всего еще? А, все, 10 из 10, все нашли. Здесь у нас 13 из 18, я не знаю где, мне, скорее всего, надо будет выполнять другие задания, а мы этого делать, я уже думаю, мы даже не будем заходить
за темную сторону пробовать даже просто. Это просто легче, наверное, просто у кого-то потом посмотреть. Ну, время пройдет, когда уже много-много людей пройдут эту игру. И просто написать там полное прохождение, либо игрофильм, и написать темный путь. Или какой-то тьма. Путь тьмы. Так намного проще сделать, чем просто идти что-то проверять. Так, там у нас кто? Битвы не будет. Искры, сдуй их скорей. Что-то странно. Один звук. Так, все-таки пришли. Ну, это да, это, наверное, было бессмысленно. Да если так, то нормально. А что, я думал, наверх надо забраться, на нее запрыгнуть просто. Здесь можем пройти? Ну да, сможем забраться. Сейчас надо было вернуться, еще третью активировать. По идее, мы же можем на нее запрыгнуть. Либо это здесь сделано как-то по-другому. Ну хорошо, а там что тоже звук, наверное, надо было. Нужен тоже был зуб. Может, слишком высоко, то, что мы спрыгнем и разобьемся. Так, еще одна пришла. Посмотрим, что мы там наделали. А, здесь закрыто. Так, это вообще кто? Вообще непонятно, кто это. Нам нужно, чтобы сюда перебраться. Да вроде нет. Так, что-то не очень понятно. Но держит он сундук. Нам его не забрать. Что-то мы еще не все сделали. Может, надо совсем подраться. Или отсюда, может, надо попасть. Там что-то есть. Здесь есть огонь. Он бы он не помешал. Так, ладно, заберемся так. Но здесь же больше ничего не сделаем. И глаза мы спроектировали хорошо. Здесь просто зуб отдали. Здесь лед убрали. Мне кажется, это все-таки не все. Это нужно еще сделать. Где-то. Может, здесь что-нибудь? А, они закончились.
Ну, не знаю. Хотя толкнуть надо. Да вообще ничего не дают. Ладно, ладно. Скорее всего, наверное, потом. Здесь тоже ничего нет. Так, хорошо, оставим вот это место вот так вот. Запомнили. Так, а может вот это? Да нет. Печально. Так, отсюда мы можем уйти туда, да? Напрямую. Ладно, потом, значит, вернемся. Здесь больше делать нечего. Может, нам сейчас какой-нибудь действительно навык дадут еще один. Сможем что-нибудь это растопить. Здесь ничего не пишут, что якобы там кто-то есть. Не просто так же мы это делали. Так, все у нас остается. Остается что? Может, здесь еще что-то надо сделать? С этим уже сражаться не буду. Так, идем к коту. Сохранились. Этот проход мы там открывали с другой стороны.